What's up, audience? Hey, 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 hey. We in Northern California, Santa Cruz, baby. Pop it, pop it, pop it. Здравствуйте, здравствуйте, друзья, доброе. Ну, утро не могу сказать, но поскольку мы сегодня только начинаем снимать, хотя уже сколько, часа 4, Свет? Да. Часа 4. Добрый день, короче. Мы вышли погулять. Здоровеньки булы. Здоровеньки булы, да. Как это? День добрый, шановный глядачи. Так вот, вышли мы до глядачки. А что-то оно пикнуло, оно не выключилось? Оно не выключилось, оно прекрасно идет. Света, так глядачки, как правильно сказать? Глядачки, да. Шановни глядачи, так глядачки, глядачки. В общем, идем мы по Санта-Крус, и ничего такого тут нету. Движемся в сторону океана, но единственное новое обстоятельство – это камера. Если бы вы видели меня, как я с этой камерой иду, вам было бы смешно. Потому что она маленькая, мне пришлось к ней прикрутить ручку. И я вот с этой ручкой, она больше похожа на пистолет, чем камера... Ну, она даже на пистолет не похожа, она такая маленькая, что... Ну, маленькая, камера GoPro. Потому что камера GoPro, она так как бы слева направо, поперек, так сказать, дороги. А это вдоль. Поэтому что-то такое пистолетное присутствует. Я хочу посмотреть, как вот эта маленькая камера реагирует, ну, производит видео в условиях, когда мы идем. И когда мы ходим с GoPro, я могу сказать, что там две вещи происходят, за которыми я понаблюдаю, когда видео будет готово. Первая вещь – заваливается фронт. С ручкой я иду или просто в руке снимаю камерой GoPro. У меня заваливается обычно светик. Понимаешь, формат камеры влияет на то, как она заваливается. Потому что как ты ее держишь, понимаешь? Ну вот обычно заваливается влево. Хотя я смотрю, сейчас тоже, похоже, есть завал влево. Заваливается фронт. И я буду стараться, чтобы не заваливался тоже. И с другой стороны, ну, трясется все, да? То есть нет стабилизации. Во всяком случае, в третьей моей GoPro нет стабилизации. А та шестая, которая была у нас несколько дней, мы ее сдали. Как бы были претензии. Почему сдали? А, ты не в курсе? Мы ее сдали и взяли вот эту маленькую. Нет, а почему ее сдали? Сдали ее, потому что вот те 4K 60 кадров в минуту, в секунду, которые она должна была бы давать, она по совести не давала. Во-первых, там не было стабилизации в этот момент. То есть, если ты делаешь по максимуму, да, и кадры в секунду, и в, ну, не по максимуму, 60 на 4K, то стабилизация уже уходила. Это, знаешь, как вот этот анекдот, что нельзя быть одновременно умным, честным и партийным. Понимаешь, вот если умный и честный, то, значит, беспартийный. А если партийный и умный, значит, жулик. Понимаешь? Ну, в общем, вот какая-то такая ерунда получалась. Вот. И здесь то же самое. Нельзя одновременно... Хотя это понятно в качестве и в технических вещах. Это естественно. Если скорость выше, значит, дороже стоит. Снимем домик, который строится. И так далее. Снимем, пошли, поснимаем домик, который строится. Шикарное место, квартал до океана. Должен быть дорогой домик, хотя территория маленькая. Вот тут интересно, обрати внимание, что здесь, да, они строят из настоящей фанеры. Да. А у нас строят все-таки из таких вот... ДСПшный такой. Ну, может быть, это связано именно с близостью от воды, что очень сыро. Да, давай. Все-таки эта фанера, она, поскольку она клееная, она же тоже клееная. Да, да. Она, может быть, лучше влагу перенесет. Светик, если ты будешь точно голову отворачивать на 100%, как я сейчас... Я говорю, может быть, фанера лучше влагу переносит, я не знаю. Ой, какие волосы у молодого человека. Да, да, хорош. Сними, сними, сними. Снимаю, снимаю. Так вот, значит, тоже здесь не наезжает, фокус нельзя, значит, регулировать, но интересно также посмотреть, что со звуком. Потому что, когда я иду в машине, что интересно, эта камера давит, не то что специально давит, но, во всяком случае, шум, создаваемый автомобилем в этой камере, намного меньше, чем когда я снимал на GoPro. То есть, можно сказать, что нижние частоты подрезают. И ребята мне говорят, что мой голос тоже искажается тем, что нижние частоты срезаны. Но, с другой стороны, и машина не шумит. Так вот, интересно получается. Ну, в общем, наблюдаем. Это у нас, можно сказать, штатный режим для камеры, правильно? Вот то, что мы так идем и гуляем. Ну да, можно сравнить. Можно сравнить. Камерами. Могут сказать, а чего бы вам не брать на съемку, там, скажем, камеру побольше. Некоторые мне еще говорят, купите механический стабилизатор. Вот люди же снимают, у них там эта самая ручка такая, вот они с ней ходят. Вы не представляете, сколько у меня было стабилизаторов. Но, на мой взгляд, они... Ой, ветерок пошел, сейчас мы посмотрим, как ветерок. Ой,
Тут есть подавление ветра, кстати, фишка есть в камере. Так вот, да. Она выставлена? Нет, не выставлена. Так вот, они для меня отличались все в основном не уровнем стабилизации, а степенью тяжести. Вот в килограммах, так сказать. Да, ну вот да, почему нас... нести? Ну нести же надо, да, конечно. Конечно. Идем мы вот погулять. Да. Так я взял. Либо в кармане нести, либо на да. руке нести. Да? Так у меня камера размером со спичечный коробок. Ну, полтора спичечных коробка. И вот я с ней хожу. Вот. А так я должен еще рукоятку с собой таскать. И я не знаю, будет у меня съемка или нет. Понимаете? Это вообще, конечно, очень хороший совет. Особенно для людей, которые, ну, как бы, слабо себе представляют, нет, что такое пойти погулять. Тоже тебе нужно таскать, собственно. Но эта рукоятка же не весит ничего, она весит 15 грамм. Давай снимем людей, которые в воде плавают, посмотрим. Сильный так, ветер. Сильный ветер, шумы, камера тестируется. Самым что ни на есть. Ой, даже мне тут холодно стоять. Да, да. Холодно. Так что мы смотрим на звук, мы смотрим на шумы, создаваемые ветром. Мы смотрим на стабильность картинки. И, да, скажи, Светик. Хотел сказать про погоду, что у нас последние неделю вообще колотун жуткий, очень да. холодно. Но вот сегодня, кажется, вроде чуть-чуть потеплело, но все равно ветер дует. Да. Он такой леденящий душу. Друзья, наш колотун, конечно, это чтобы всем такой колотун. Не, но мы вчера приехали ночью, да. но здесь было плюс 3 градуса. Представляете, да, плюс 3 градуса, да, а у нас в долине а уже конец 6. февраля. Да, у нас вообще в феврале уже весна, все цветет. Ну, в марте уже будем. Даже, ты знаешь, что уже даже начали почки, да, было выйти, была теплая неделя. Да. А теперь да. как ударило, как подморозило, вообще неизвестно. Да, как да. Они... Меня люди с подозрением смотрят, на пистолет похоже, ты понимаешь? Да. Хорошо, что она хоть белого цвета. Ну да. Это камера. Вот. Понимаешь еще, что происходит насчет камеры? Мы же сравниваем в данный момент, вот ребята, которые смотрят на сюжет, они говорят, ну смотри, качество намного лучше, чем было. Да. Но было-то GoPro 3, а GoPro 6, мы вот так вот в рабочих наших режимах не пробовали. Мы так немножко вышли там на улицу, посмотрели, покрутили, поняли, что она не дает того, что хотелось бы давать, и ради чего стоило бы ее брать, там, и так далее. Но там есть режим, который отсутствует вот в этой камере. Там есть режим промежуточный, как бы не кошерные 4K, а так на полпути к 4K, что тоже лучше, знаешь. И вот в этой камере нету. Тут либо 4K, либо уже 1080. Ну, послушай, ну снимай 4K, то тоже тебя обидел. На этой? Да. Нет, на этой 4K идет, во-первых, без стабилизации. И, во-вторых, оно идет на 30 кадрах в секунду. То есть здесь 4K обходится очень дорого. Угу. Понимаешь? А с другой стороны, зачем тебе 4K? Что тебе, 10-80 мало? Ты знаешь, это как бы меня челленджишь. Значит, хочется качество получше, потому что я тебе скажу, с чего началось. Несколько дней назад я наткнулся на старое... Да, да. Я наткнулся на старое видео мое, когда 6 лет назад я снимал курс по автоматизации, по тестированию программного обеспечения на русском языке. И там много сотен тысяч просмотров, такое как бы популярное видео у нас. И там чуть ли не 480, то есть там смотреть противно, понимаешь? И я думаю, боже, что же я делаю-то? Пройдет еще 5-6 лет, понимаешь? И то, что я сегодня делаю, уже и посмотреть. И ну, послушай, не будет ты неудобно. Ты никогда не можешь снимать сегодня то, что люди будут смотреть через 10 лет. Это же немыслимо, поэтому, ну да, да, пусть все смотрят на содержание. Смотри, факт выдал. Да, что-то такое тут. Да. Да. Друзья, это вот политический стейтмент. Единственное, он подванивает в этом месте, вот от всего этого, ну так вот. Да, он что-то покуривает тут такой. Да, о, я марихуанку покуриваю. Хорошо. Так, хорошо. Ой, слушай, вэ. Да, да, вот тебе и вэ. А можно рядом встать и нюхать ну, бесплатно. Да, дышать бесплатно. А вы знаете, у него этот марихуанка таким густым дымом идет. Густым, да. Да, как будто три человека курят одновременно. Да. Я вам могу сказать, что я учился в математической школе, и там у детей был такой извращенный юмор. Например, у нас был мальчик, его звали Петя. Натурально, вот представьте себе, мальчика звали Петя. В то время это было необычно. И мальчик курил.
он в школьном туалете курил. И когда он курил, там было очень накурено. Такое ощущение, что он сразу 3-4 в рот их засовывал, я даже не знаю, но очень-очень... Или туалет был маленький, не могу сказать. Это как-то не принято было, он один такой был. Причем из класса со специализацией по физике. Вот был такой Петя. Этот Петя, ну, поскольку дети интеллигентные, они изучали многие английский язык, вот, и звали его Пит на английский. Пит, дай ластик. Да, Пит, дай ластик. Вот этот Пит. Но это у него кликуха была такая, его просто звали все Пит. Да, да, сейчас снимем волны. И в школе дети, поскольку еще класс у него был физический, они придумали единицу накуренности помещения один Пит. Это когда, Света, слушай внимательно, когда топор, друзья, весом 1 килограмм, висит на высоте 1 метр. Да, видите как? Ну что, хорошо? Так, сейчас. Знаете еще, что меня немножко напрягает? Вот в этой камере, когда я съемку веду, я не вижу, что у вас там, ну, то, что вы видите, я не знаю. На GoPro есть экранчик. Ну, может быть, Нет, но у меня есть. На GoPro у меня есть экранчик, на GoPro 6 экранчик встроенный. Ты только манипулируешь, включать его или не включать, вот этим фактором. И, кроме того, даже в этой камере, Света, даже в этой камере, есть такие часики на руку, которые, значит, беспроводно показывают картинку. Вот такие у нас машинки. На меня люди, знаете, посматривают. Как я с этой камерой иду, я привлекаю гораздо больше внимания, чем когда-то раньше. Камер GoPro очень-очень много. Тут каждый второй ходит с камерой GoPro и что-то снимает. А вот такая, как у меня, вызывает интерес. Потому что GoPro раскручена, а Sony раскручена. Такая маленькая, она не раскручена. Я помню время, когда я ездил немножко на машине Fiat 500. Мне хотелось маленькую машинку, такой тип велосипед. И вот я немножко на ней наездил, там пару тысяч миль. И вот люди от меня на дороге шарахались. Это была одна из первых Fiat 500 на нашей местности. Еще никто их не знал. И люди думали, может, инвалидная какая, может, еще что-то. Такой маленький, знаете. Вот. И шарахались от меня. Вот и сейчас такое же ощущение. Вот я иду. Они так подозрительно посматривают. Те, которые улыбались, меньше улыбаются. А так как-то у них улыбка немножко да сходит ладно, и сменяется на задумчивость. Не выдумывай. Все не хорошо, не будем тебя не смотреть даже. Да, да. У тебя вообще какое-то, как сказать, обостренное внимание, потому что тебя люди смотрят. Ну расскажи эту историю. А это прилично? Прилично, конечно. Когда мы были молодыми, только поженились, Миша один раз приходит из института. Это я еще студентом был? Да, да, мы жили так еще на Лефортово. И говорит, слушай, я, наверное, очень красивый. А я говорю, почему? Он говорит, на меня люди все оборачиваются на улице, улыбаются мне. Я говорю, конечно, посмотри на себя. Он был в розовой такой рубашке, самолично крашенной нами. Да. И у него были коричневые штаны. И вот ширинка оказалась не застегнутой. Из ширинки выползал кусочек розовой рубашки. Да, хорошо выползал, вот. Да. Ну и люди, значит, смотрели, улыбались. И улыбались. Я по-доброму ходил. Я не ходил злой, а я ходил по-доброму. Они смотрели на меня и по-доброму улыбались. И он говорит, наверное, я очень красивый. Ну, я не говорил, я сказал, что что-то во мне, наверное, есть такое. Люди смотрят, вот все мне улыбаются. Друзья, вот так вот в советской стране говорят, там люди смурные, мол, типа не улыбался никто. Опять марихуанка. Да. В советской стране люди улыбались. Единственное, что надо было иметь повод. Вот, допустим, рубашку. Иначе могли сказать, что улыбишься. Что улыбишься, да. А вот, например, когда рубашка из ширинки торчит, это был легитимный совершенно повод для того, чтобы улыбнуться. Вот собачка, молоденькая, наверное. Молоденькая собачка. Тут что-то толпища, да, тут толпища. Надо сказать, что такого рода толпищи тут бывают часто. То есть не то, что вот мы в первый раз в жизни такое видим. А тут сидят люди, тут у них судейство, вот в этих палатках обычно. Там судьи. И а там вот как из-за... Как собачки, смотри, такие здоровые, вот, да, да, да. Это они здоровенные, а играют как маленькие. А еще та здоровая тоже хочет. Да, 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 тоже хочет. Да.
Это вот. Маленький сенбернарчик, он еще молоденький. Молоденький сенбернарчик, он не маленький, но молоденький. Он еще не вырос. Не вырос. So, how old is he? He's a year and a half. Year and a half, yeah. So is it fully grown? Pretty much at this point. He's filling out a little bit. So lots of energy. But it's a kid, it's a baby, right? Exactly. So puppy at heart. Это бебечка, друзья, это сенбернарская бебечка. Маленький. Thank you very much. Да. Так, знаешь, что мы надо аккуратненько, что мы должны делать? Мы так завернули под таким углом, что у нас солнце, можно сказать, в лоб нам светит. И надо камеру поворачивать в сторону, чтобы нам не засветило. Я могу, конечно, посмотреть, что будет, если повернуть камеру на солнце. Ну, давайте, повернем. Постоим две секундочки и отвернем. Отвернули. Так, там какие-то полуголые дети прыгают. Так, вот полуголые девчонки скачут. Это еще и босиком, наверное. Да-да-да. Может быть, он и не судья, а так сидит. А вон судьи в палатке, вот там видно палатку. Явно соревнования. Да. Ну что же, идем. Пойдем. Наверное, сегодня очень красивое есть выступление. Ты понимаешь, они в таком, как сказать, странном моменте времени находятся, когда волны хорошие нет. То есть они соревнуются на очень скромной волне. Нет, ну есть волны. Но бывают волны какие, понимаешь? Вот пошел человек, я не знаю, насколько видно в камеру нам. Вот он пошел, но не пошел. Так, вот волна, ну-ка смотрим, кто-то вскакивает. Пошел. Вот он пошел, еще один пошел. Два пошли, три пошли. Ну-ка. Никто не встал. Нет, никто не встал. Ну, не на что встать. Вот там вот бассейн, наверное. Пойдем туда, да. Не на что встать. Видите, солнце сегодня такое редко выходит полностью, так через тучки светит в основном. Они с номерами, да. Вот те ребята, которые впереди, да, у них майки цветные и майки с номерами. И они должны выполнить какие-то упражнения. Вон там, смотри, свет оранжевый сейчас будет брать. Сейчас будет вскакивать. Ну-ка, пошел. Хорошая волна. Пошел оранжевый. Не, ушел. Продолжает? Да, что-то как-то... Ну, у них же нет задачи далеко проехать. Не подфартило. Какие-то упражнения показать, да. Да. Пошел. Они должны бить этой волны, пытаются встать. Думаю, туда подальше. Ну, еще раз, Света, мы их учить не будем. Мы сами ничего не знаем. А вот солнышко через тучки. Видите как? А иногда выходит. Вот, народ снимается. Когда солнышко выходит, становится тепленько. Да. Так. А тут вот... Дяденька такой продает красивые камушки. Вот. Эй! No, I'm not showing cash, I'm showing minerals. Oh, yes. Okay. Okay. Собачка хорошая. Хорошая собачка. Так. Тут толпа чего-то. Света, толпа так устроена, ей только дай постоять. Они такое ощущение, что они там записываются куда-то. Там стоит стол, и они на этом столе регистрируют что-то. Ну да, похоже, что они сворачивают манатки, нежели их разворачивают. Здесь часто свадьбы бывают вот на этом месте. А вон какой-то гордый буревестник моторный несется по воде. Так вот, смотри. Он направил, он отлично несется. Но, к сожалению, я думаю, что там все мелко будет, поскольку это на каком-то удалении. Так, ну что у нас дальше? Вот я вообще с ужасом смотрю, как дети вот так сидят. Прямо у меня внутри все переворачивается. Вот смотри, сидит ребенок. Ну, она, конечно, не на самом краю, но... Но все равно нехорошо, да. Приятно, так
И у нее обувь такая, были хоть кроссовочки, она в таких сапогах, в которых на меху, в которых трудно так в сложной ситуации. Так. Это, наверное, участник, да, он так? Да, да. Номерной какой-то. Ну да, он сколько-то продержался. А вон там судейство у нас, вон там. Так далеко, наверное, она не будет. Ну, не, да, но видно в целом там, что происходит. Надо сказать, друзья, иногда очень хочется свести вместе то, что ты снимаешь камерой с фиксированным фокусом и камерой, где фокус можно реально наводить. Вот, скажем, камера Sony, которая у меня в руке, обычная наша, позволяет делать увеличение 60-кратно. Мы сейчас посмотрим, что тут у нас на лодочке находится, на катамаранчике. Сейчас мы туда идем на катамаранчик. Вот тут. Пожалуйста. Это максимум. Нет, это не максимум. Вот это максимум нашей камеры. Света увидела тут морских крыс. Отры у нас. Или как они? Выдра, да, у нас называется? Выдра по-русски. Вот эти выдры. Я сейчас я смотрю, нет, у меня больше уже не удается вести. Видно. Что две, да? Видно, что две, так они по-своему симпатичные. Я сейчас покажу, друзья, вот как они там теряются в океане, чтобы вы понимали, как трудно их найти для съемки. Вот представьте себе, что я вот так смотрю, вот так. А дальше я должен там выловить. Света говорит, смотри, смотри. Я говорю, смотрю. Немножко мы отошли в сторону. Вот этот собачий пляж, мы его много раз снимали. Но видите, какая драма на небесах. Посмотрите, как драматично. Тучи светлые, темные. Вот так все. Да. Даже вот мусорник стоит. Видите, есть просто мусор, а есть на ресайклинг, да? То есть там бумага, стекло, видимо, металл. Так, для тех, кто заботится о природе. Здесь в Санта-Крузе очень строго с этим. Да. Давай я покажу скамеечку. Тут их много таких скамеечек, и, может быть, вам видно лучше, хуже, я не знаю, они с именами. Очень трудно такую скамеечку показать. Они с именами, да. Мы со Светой пытались тоже встать в очередь. Встать в очередь на такую скамеечку, это непросто. Мало того, что она денег стоит, так еще и непросто ее получить. Да. Мы тоже хотели вот так вот поставить, так уметь. Мы ставили бы чаще скамеечку. Да, да. Ну вот, по-моему, там 2000 за скамеечку берут. Да, но просто получить ее невозможно. Ну да, то есть людей, которые готовы заплатить 2000, гораздо больше, чем город разрешает иметь скамеечку. А что бы, да, если бы ставили скамейки вот каждый шаг? Что Свет, я не знаю, но, видимо, есть какие-то моменты, связанные с городским планированием. Я думаю, что но из-за этого... Ну, скамейка хуже не будет, это же не... Ну, еще раз, это с нашей непросвещенной точки зрения. Так... Да, я согласен с тобой, тем более мы же сами хотели, правда? Голый дяденька, сними его, сними. Сейчас. Где? Голый дяденька? Нет, не просто голый, с гантелями, он так это... Где? А, у него танцует, гантели в руках, да, он не просто на роликах, он танцует, он с гантелями, да-да-да, он такой веселый. Веселый, голый. А вот здесь угол хороший, солнышко сзади. Собачий пляж, собачья радость, собачья жизнь. Какое наше собачье дело? Вот как много всего связанного с собаками, друзья, мы можем вспомнить одновременно. Вот дома красивые. О, машинка интересная была. Посмотрим, как она на 60 кадрах в секунду. У нас сейчас 60 кадров в секунду. По идее, движущиеся объекты должны лучше показываться. Красивые дома. Такая недвижимость, которая окнами смотрит на океан. Эксклюзив. Светочка, эти дома, которые мы здесь видим, они в каком ценовом диапазоне, вот эти? Ну, это новые дома. Дело в том, что вот эти дома, два вот эти дома построены, вообще, вот этот первый, да, и второй, видишь? Ага. Они вообще построены год назад. Да. Но новые могут и по 4 миллиона стоить, я думаю, такой waterfront. Ну да, а вон там рядом, смотри, какой красавец вот тот. Ну да. Тоже они, он большой. Ну, понимаешь как, это же зависит от внутреннего состояния, какой он там, сколько площади. Вот этот первый дом, например, намного меньше, чем тот. Да, да, но у него там сзади еще целый дом. Но они же, это два разных дома. Как разных? Это не один дом. Я думаю, что... Эти два дома... У них два дома раз. 932, а там 934. Я думаю, что они стоят на одном участке земли.
на одном участке. Хотя, кто знает. Ну, во всяком случае, люди, которые будут жить, они же не будут жить в двух, они будут жить в одном. И один меньше, чем вот тот большой дом. Да, и не факт, что их можно продавать по раздельности, потому что если они как бы хоть и с разными номерами, но на одном участке, на одном парселе стоят, то их можно купить только вместе со всем парселом. Ну да. А вот такая сараюшечка. Ну, это большой потенциал. Я такие люблю сараюшечки. Да. Ну что, я камеру взял в левую руку и, не знаю, может быть, теперь фронт будет заваливаться в другую сторону. Это интересно понаблюдать. Вот. Люди, которые шли нам навстречу, может быть, вы видите там сбоку, они норовят отойти. Видимо, не хотят нам мешать съемке. Да, да, суккуленты обалденные. Очень, очень красиво. Мы развернулись, теперь у нас океан справа. И многие из вас, как бы не обязательно университеты заканчивать для этого, сообразили, что мы идем в обратную сторону. Вот там дяденька такой с камерой. Уж чего он снимает, я не знаю. Но видно, что увлечен. Я уж, честно сказать, друзья, думал, что не буду снимать больше сегодня. Так, вроде вся прогулка. Но тут на обратном пути, видите, новенькое что-то такое происходит. Вот ребята тут играют на барабанах. Вот, давайте мы так послушаем, посмотрим. Вот это для вас исполняется специально. Специально для вас.